По такой дороге машины не ездят, а крадутся на ямы. Здесь можно напороться, как на риф. Одно неверное движение, в автомобиле уже пробоина. Александр по работе в промзону ездит ежедневно. И за это лето машину ремонтировал уже несколько раз. Ездим довольно-таки часто. Каждый день на работу, с работы домой. Дорога просто отвратительная. Машины у всех в основном иномарки. Низкие автомобили, цепляем днище. Пришлось отремонтировать глушитель, заварить, да, потому что был уже момент, то есть оторвал глушитель себе. О дороге на улице Почаевский овраг мы рассказывали 2 месяца назад. Сюда на работу каждый день ездят 1000 владимирцев по таким рытвинам и колеям. В итоге 140 предпринимателей написали обращение в мэрию и прокуратуру с требованием произвести на этом участке дорожные работы. После нашего материала ямы засыпали асфальтовой крошкой, но только до середины пути. Рабочие говорят, а мы только вот отсыпем Почаевский овраг. Я говорю, а дальше что? Я говорю, улица-то одна, как дорога одна, а там адрес другой. Сделали только Почаевский овраг, а промышленный проезд, где самая страшная дорога, никто ее не сделал. Как по ней ездить? Я вот лично уже машину за лето, за этот сезон, за летний, 2 раза шары поменял, 3 раза рулевые наконечники поменял. Плачу налоги. На прямом отрезке дороги улица резко меняет свое название с Почаевского оврага на промышленный проезд. И сразу у автомобилистов заканчивается хорошая дорога. Здесь ямы как после бомбежки. При езде трясет даже большегрузы. За хорошую дорогу здесь устали бороться. А теперь на вопросы только отшучиваются. Не мешают ямы? Нет, ни капельки. То есть хотите сказать, все нормально, ремонта не нужно? Ну, если нашему мэру не мешает, почему мне должно мешать? Все отлично. Ненормально. На легковой здесь очень трудно проехать. Вот. То есть дорога военная и машина соответственно. В управлении ЖКХ поясняют, дорогу на промышленном проезде отремонтируют уже в этом году. Здесь проведут капитальные работы с выборкой грунта. Будут по-новому укладывать песок, щебень и асфальт. К работам приступят уже в сентябре этого года. Помогут и предприниматели. Один из крупных холдингов займется прокладкой коммуникаций на улице Почаевский овраг. Они в настоящее время прорабатывают проектную документацию и строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации по Почаевскому оврагу. Восстановление проезжей части и транспортной инфраструктуры будет производиться уже после завершения строительно-монтажных работ по ливневой канализации. Кстати, на промышленном проезде в этом году отремонтируют еще один участок дороги. Тот, что ведет от тракторной улицы к крупным торговым комплексам. На дорожные работы на промышленном проезде потратят 7 миллионов 200 тысяч рублей. Валерия Саенко, Артем Горчаков, 6-й канал.